О правилах эксплуатации электросамоката вновь заговорили в МВД. Ведомстве уже несколько лет пытаются разработать единые правила, но никак не могут определиться, к какому виду транспорта отнести электросамокаты. Тем временем количество ДТП с их участием продолжает расти на дорогах страны. В прошлом году было зарегистрировано около 70 дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, а 68 получили различные травмы. В этом году пока инцидентов нет, сообщили в правоохранительном ведомстве. Когда заработают единые правила пользования электросамокатами, в МВД не пояснили, но известно, что разработкой стандартов занимаются сразу несколько министерств. Министерством торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки соответствующих национальных стандартов к данному типу. Мы должны понять, это устройство или это же транспортное средство. Транспортное средство мы его отнести не можем по ряду причин, потому что у него нету тормозной системы, нету поворотников, нету фар и так далее. Поэтому, как получим стандарт, мы будем разрабатывать к нему типовые правила.